вопросы. Вопрос такой. Вот прозвучала информация, что якобы вы в 2017 году были участником ДТП, в котором был сбит подросток. В 2017 году я слышал, ну, как бы, разговоры были, что якобы я был участником какого-то ДТП. Вот, разговоры об этом были. Вот, по поводу ДТП участником я не являлся, отношения к нему не имею. Вот. Там вчера еще прозвучало, что какая-то была статья, и я по поводу статьи даже был не в курсе, что она в интернете что-то такое было. Есть сухая информация, в которой вот, написан нашими коллегами очень давно факт того, что якобы вот, человек, ну, вот с схожими с вашими, скажем так, по фамилиями отчествами, был участником ДТП, в котором пострадал 13-летний мальчик, якобы, что вот ДТП было, нигде не регистрировалось, и вот как-то ситуация так сложилась, что мальчик якобы даже потерял возможность заниматься спортом, что ДТП было в Романовке. Мы приехали лишь узнать, был ли вот такой факт. Ну, я вам пояснил, что я, то есть, отношения я к какому-либо ДТП не имею. И, в общем, информацию это никак не... То есть, кроме вот этого, больше никакой информации вы не слышали? Нет такого, что как-то повышенный интерес СМИ? По данному поводу, насколько я помню, вот, я давал объяснение, ну, что вот якобы кто-то, может, там куда-то жаловался или обращался, я давал объяснение по этому поводу, была проверка. Вот, я пояснял, что к какому-либо ДТП, там, с участием кого-то, я отношения не имею. А кто проводил проверку, если, может, это... Органы прокуратуры или какая-то внутренняя... Это государственные органы, да. Государственные органы. Все, я понял. Спасибо. Да, спасибо. Нет.